Всем привет! Делюсь с вами еще одной неплохой стратегией. База, средний кластер, Minion Life, 4-5 пассивок, 68-83 item level. Стоит она копейки. На ней мы пытаемся поймать эту комбинацию. Теперь по поводу крафта. Я также решил крафтить алхимками. Крафтится не сильно долго, но и не очень быстро. Чуть больше дивана за крафт. Закупился на 6 дивайнов. 2 дивана на алхимке, 4 дивана на скоринге. В итоге скрафтилось 4 кластера. Половина валюты ушла на последний кластер, но безуспешно. Продал я их по 3 дивана. В плюсе оказался на 6 диванов. По стратегии все. Кстати, я слышал, что меня прорекламировал Антоша Пейбота. Спасибо ему за это. Не знаю, зачем он это сделал. Я его не просил, но тоже его прорекламирую. Залетайте к нему на стримы, там бывает весело и интересно. Ссылочку на его твич я оставлю в описании. На этом все, спасибо за просмотр. Как обычно, лайки, подписки, комментарии. Залетайте в Дискорд. Хорошего вечера пятницы и выходных. Пока.